Здравствуйте, меня зовут Алтынай Кайдарова, я с Казахстана. Сегодня я хотела бы вам рассказать, почему столько много людей со всего мира желают получить научную степень в научно-технологическом университете Короля Абдаллы. Начну с себя. Благодаря международной образовательной стипендии президента Республики Казахстан я обучалась в таких странах, как Сингапур и Англия, и получила степень бакалавра. Затем мне посчастливилось найти университет Каус. Здесь я реализовываю свои мечты. Помимо традиционных технических дисциплин, КАУС уделяет огромное внимание научным исследованиям, выделяя огромные ресурсы на современное и техническое оснащение. К тому же тут очень сильный преподавательский состав и самые лучшие профессора со всего мира. Они являются главной мотивирующей силой и источником вдохновения для многих студентов. А еще КАУС многонационален. Здесь обучаются около 900 студентов по специальности магистратура и PhD. Это отличная платформа для сотрудничества и приобретения многих друзей со всего мира. Свой путь в Каусе я начала 2 года назад под руководством профессора Халид Саламы в группе сенсоров. Сейчас же я обучаюсь PhD под руководством Йорган Хосел в группе Sensing Magnetism и Microsystems. И через неделю у меня будет возможность презентовать свою работу на одной из самых престижных конференций США в Питтсбурге. И все благодаря Каусу. Предоставляет все условия для беззаботного проживания, оснащая жильем, медицинским страхованием и отличной стипендией. Спасибо Касту за все предоставленные возможности. И я надеюсь встретить вас тут, реализовывая свои мечты.